Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова канал обзоров и самоделок. Сегодня мы рассмотрим очередной раритетный набор 2001 года по Гарри Поттеру, артикул 4702. Спасибо за этот конструктор магазину LEGO Second Hand, где, кстати, еще много поддержанных старых конструкторов, а также новых наборов плюс LEGO на развес. Если вы проживаете в Перми, то можете заглянуть туда лично. Если вы в другой точке России, то можете заказать через интернет. Все ссылки оставлю в описании. Ну, а мы не будем отвлекаться и приступим к обзору. К сожалению, данный набор достался без коробки, но была вот такая красочная инструкция, в которой все подробно описано. Давайте ее полистаем. Ну и в конце есть еще несколько вариантов сборки. Можно собрать вот такую конструкцию и можно собрать вот такую конструкцию. Но здесь часть листа утеряна. Далее переходим к человечкам. Здесь два персонажа. Во-первых, это всеми любимый Гарри Поттер. Он еще полностью в желтом цвете. Желтое лицо, желтые руки. Вот такая волшебная палочка. Принтованный даже плащ со звездами. И принтованная одежка Гриффиндора. Лицо идет одностороннее, черные волосы. Далее, вторая мини-фигурка, это у нас профессор Квиррел и по совместительству Волан-де-Мор. Помните такого? Принтованная одежка, черный плащ, черные штаны, желтое лицо, головной убор, который, кстати, снимается. И здесь мы можем увидеть двухстороннее лицо. Не знаю, первая ли это попытка вообще компании LEGO с двухсторонним лицом, но выглядит необычно. Первое лицо вот такое, а второе лицо уже вот такое. Да, что-то со временем немножко стерлось, потому что набором уже более 20 лет. Но в целом вот как-то так выглядел первый Волан-де-Мор LEGO. Далее переходим к основной постройке. Она небольшая, но здесь тоже есть несколько интересных элементов. Во-первых, мы можем увидеть паутину серого цвета. Интересный оранжевый паучок, прозрачный, также есть два факела. Вверху сидит черная сова. Вот такого плана. Далее имеется зеленая крыша. С обратной стороны конструкция выглядит вот так. Есть летучая мышь. Кстати, раньше их в наборах подобного плана было очень много. Ну и, конечно, зеркало. Зеркало, куда можно посмотреть и под определенным углом увидеть философский камень. Давайте я вам сейчас продемонстрирую. Смотрите, раз. И вот так уже появляется философский камень. Раз, его нету. Два. Он есть. Можно поставить сюда Гарри Поттера. Он посмотрит на себя, увидит и из кармана достанет философский камень. Эта часть крутится. И что мы видим? А-ля философский камень собственной персоной. Давайте эту деталь я покажу отдельно, поближе. Значит, смотрите, это уникальный вообще элемент в LEGO с голограммой. Раз. И появляется философский камень. Два. Настоящая магия в действии. Где вы еще такое увидите? Раз и два. Раз и два. Ну и с другой стороны, непосредственно философский камень. Вот такой набор по Гарри Поттеру 2001 года. Если вам понравилось, то обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Ну а я же с вами не прощаюсь. И как обычно говорю, до скорых встреч!